класс. Серьезно, класс. Ну, то есть, не совсем класс, но я здесь не за этим. Черт, вы же меня знаете, дело не в деньгах. Я бы мог после МТС валить нахрен на какой-нибудь остров и забросить этот бизнес. Никто меня не просил спасать планету. Я решил все сам. Исследование климата, лоббирование, годы труда, миллионы долларов. И знаете, почему я завязал? Последний раз, когда я проверял, планета была в полной жопе. Вот я и прозрел. Деньги тут не помогут. Эти кретины политики только и могут, что прятать голову в песок и трястись из-за перевыборов. В последние 2 года я пытался найти настоящее решение. И я его нашел. Итак, если вы хотите сделать мир лучше, навострите свои гребаные усы. Я сообщу свое решение.